Привет, ребят, девчат, а.к.а. Crazy Russian, город Цинциннати, славного штата Огайо. Сейчас в Коламбусе, завезли дочку в колледж. Это что, так нажраться и на этой лавочке оттягиваться? Я хочу понять, можно ли по этим буквам узнать, кто там, либо девушки живут, либо юноши живут. Вот. Такое впечатление, что это старое здание. А в этом живет Эйва, и это совершенно новое. Ну, сделали под старинку, да, под старину, состарили. Так, сейчас зайдем отсюда. Ну, вот так. Три этажа. Очень круто. Там парковка за зданием. Если заметили, фотография, наверное, была старого здания, но они не сделали как старое, немножко другая архитектура. Ну, круто. Only in America. Okay, USA.